В городском округе Щелково скоро станет еще на один чистый пруд больше. За чистоту водных объектов отвечает отдел экологии администрации округа. Именно он и приводит водоем в деревне Большие Жеребцы в надлежащее состояние. Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды». Процесс очищения включает в себя все необходимые работы с помощью специализированной техники. Сегодня у нас проводится очистка пруда, в которой подразумевает себе уборку территории, общественной территории, также дна от мусора и также накопленного там ила, ну и водного глади. Пруд очищается специальной специализированной техникой, которая называется земснаряд. Вот, который себе подразумевает также сбор мусора и илового отложения. Очистку пруда в деревне Большие Жеребцы проводит подрядная организация. Все работы планируется окончить через неделю. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.